прошу отнести с пониманием, потому что, ребят, вот это все мы делаем сейчас вот в таких вот условиях. Вот, появляются по мере необходимости юристы, формируются вот эти команды. Никого заранее подготовленного не было. То есть все, что сейчас происходит, рождается вот так вот, буквально на ровном месте. Поэтому все вот эти задержки, они, к сожалению, неизбежны. Просто отнеситесь к пониманию. Алексей. Ой, Денис. Вопрос можно поднять как-то такой вопрос? По поводу Романова, который нам клялся в верности. Вообще, где он и почему он не присутствует? У меня сейчас нет с ним связи, телефон выключен. То есть пока нам информация. Если будет связь, если выйдет, то он взорван. Еще вопрос. Кто-нибудь уже начал заниматься подготовкой референдума? Сейчас в этом будет назначена комитета, вот группы людей, то есть инициативные, да, которые начнут это все это делать. Заранее это что ничего еще не делал. Мы можем заниматься буквально с помощью ночи. Когда вы скажете, как это для информации, у меня в Шахтерске, у нас в Шахтерске есть небольшая типография, которая готова нам помочь безвозмездно. Отлично. Вот видите, вот так вот это все это рождается. Чувствую позже, когда начнется заседание.